Душевые. Добавление штанги жесткости под 90 и 45 градусов. Сейчас мы рассмотрим добавление штанги жесткости для душевых под углом 90 градусов и под углом 45 градусов. Для начала работы заходим в проект. Переходим в раздел «Штанги». В отличие от добавления штанги жесткости над конструкцией, штанги жесткости под углом 90 и под углом 45 градусов добавляются автоматически. Подобные штанги отображаются в нижней части списка. Мы видим, что есть штанга, которая длиннее 1 метра, и штанга короче метра, по 90 градусов. Аналогичная ситуация со штангами по 45 градусов. Есть меньше метра и есть больше метра. Штанга под углом 45 градусов подразумевает под собой штангу от произвольной. Для добавления той или иной штанги выбираем нужную нам длину, например, меньше метра, добавляем размер в проект и нажимаем на кнопку «Рассчитать». Теперь мы получили штангу жесткости, которая подходит для душевой под углом 90 градусов.